Ёжики с подливкой можно приготовить в мультиварке. Мультиварка удобна для меня тем, что, используя функцию «Отложенный старт», можно получить готовое горячее блюдо прямо к обеду. Ёжики с подливкой в мультиварке готовятся где-то полтора часа. Для меня мультиварка хороша еще и тем, что все заложил, настроил и отдыхай, жди сигнала. В фарш для ёжиков можно добавить немного воды, чтоб он был нежнее, но если фарш и так жидкий, то этого делать не надо. В случае жидкого фарша, можно обвалять сформированные ёжики в муке. Ёжики получаются только если вы берете для их приготовления сырой рис. Успехов и приятного аппетита! В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Мультиварку ставим на режим выпечка, наливаем масло и пассируем лук и морковь при открытой крышке. В миске смешать фарш, яйцо, рис и соль. Через 10 минут добавляем крупу в мультиварку, томатную пасту, размешиваем и укладываем тефтели, закрываем крышку до конца режима выпечка, примерно 10 минут. После сигнала открываем крышку, добавляем специи, доливаем воду, чтоб ежики были покрыты ею целиком, ставим режим тушения на час. Жду ваших лайков и комментариев. Приятного аппетита! Подписавшимся, больше вкусностей. Вот что нам понадобится. Фарш 600 грамм, яйцо 1 грамм, рис 0,5 стакана, мыть стакан, морковь 1 штука, большая, лук 1 штука, томатная паста 2 столовые ложки, специи по вкусу, количество порций 6. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Приятного аппетита, приходите еще.